Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Прошла неделя с последнего видео о нашем КП «Морском», и мы сегодня хотим показать и предоставить вам информацию, что произошло за прошедшую неделю. Сейчас мы с вами находимся на улице Солнечной, где у нас полностью застроилось уже вот это крыло, и у нас осталось здесь всего в свободной продаже 3 домика, 110 квадратных метров. На одном из них мы уже стали выкладывать придомовую территорию, плитку. А далее, двигаясь по улице Солнечной, мы видим, здесь у нас уже начинает полностью разметили, где и как будут находиться дома. В одном уже из них мы даже стали делать дом с подвалом. Полностью будем продолжать до самого конца улицы размечать и начинать строительство и с этой стороны улицы Солнечная. Сейчас мы с вами находимся на улице Цветочная, где у нас первый дом, получается, будет в этом крыле с подвалом. Наметили уже заборы, полностью уже разметили домики, которые будут строиться, поэтому ведутся работы полным ходом у нас и на этой стороне улицы Цветочная. Здесь тоже у нас уже завезен везде газоблок для того, чтобы поднимать уже на этих домиках вторые этажи. Поэтому и здесь идет работа, уже скоро будем подходить под кровлю, крышу. Следите за нами, как развивается и здесь работа на данном участке. На данной улице у нас также ведутся, на этой улице Цветочная, фасадные работы. Вот на этом доме 125 квадратных метров. С левой стороны в 130-ю серию у нас уже по улице Цветочная 34 жильцы будут заезжать буквально на этой неделе. Мы сегодня уже делаем внутренние работы. На время, пока мы закончим внутренние работы, жильцы данного дома поселились в нашей гостинице, которую мы предоставляем для того, чтобы ожидать стройку, или те, кто приезжает выбирать жилье. И также хочу затронуть улицу Малиную, где мы на сегодняшний момент ведем тоже очень хорошо застройку. Если вы обратите внимание, мы ставим ограждение, забор, полностью уже намечаем, как будут стоять домики, и участок за участком начинаем застраивать в эту сторону. Поэтому идет стройка, не прекращаясь. Если у вас есть желание приобрести и заключить с нами договор, вы можете обращаться к нам в отдел продаж по телефонам, которых вы видите. Также пишите свои комментарии внизу под видео, мы обязательно на них ответим. Оставляйте свои отзывы, ставьте лайки. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!